Всем доброго дня. Вот, нахожусь я на благодатной и плодородной земле элитного поселка Осташково города Омска. Вот пришел собрать чуть-чуть облепихи. Благо здесь в Осташково ее тьма, не приходится выращивать на своем участке, не тратить место. Хочешь желтая, хочешь красная. Вот. Самое страшное, что вот эти поля, вот эти заросли облепихи очень сильно засрали. Ну, я так предполагаю, что это не с колонии поселения, это дачники. Вот если, дорогие мои, вы не можете довести в пакетах мусор до города и нормально его утилизировать, не делайте вот так вот. Не засирайте, пожалуйста, природу. Вот тут вот, я не знаю, все засрали. Звери, птицы все это потом растаскивают. Ну, я думаю, не стоит. Потому что что останется потом нашим детям? Груда дерьма вот этого. Если можно приехать здесь погулять, там дальше есть небольшой водоем. Ну, блин, дачники, не держите тогда дачу. Можно же прийти с детьми спокойно погулять, подышать здесь, собирать вот облепихи полно, получить порцию витаминов. Здесь она кругом, очень занимательное место. И вот здесь вот, сейчас я уже подхожу на берег этого водоема, здесь вон плавают уточки, вон там вот уточки плавают. Ну все засрали. Вот она, уточка, полетела, увидела. Она напугана охотниками. Ну вот как-то так. Оставайтесь у меня на канале, подписывайтесь. Всем пока!